Шана Това, Матука, дорогие друзья, мы поздравляем вас с этим прекрасным Новым Годом. Для евреев звук трубы означает Новый Год. Вот такой у нас юбилейный рог. Хотя это не похоже на юбилейный рог, который выносили священники. Но что интересно, когда Иисус Навин, он ходил в землю обетованную по Божьему предназначению, он говорил: когда пойдут священники с юбилейным звуком, они будут трубить, пускай народ воскликнет. Для нас сегодня есть великая возможность воскликнуть о великих делах Божьих. Потому что это не просто символ. Символ трубения в трубы. Это означает, что время близко. Мы очень часто говорим о вещах, которые нас очень беспокоят. Вещах, которые последнего времени. Хочу сказать, что для нас очень важно помнить, что этот праздник означает простые вещи. Это жатва. Простая жатва. Иешуа говорит, что падшее зерно должно принести одно в 30, 60 и 100 крат. Стократнее прибыль от урожая. То, что ожидает Господь от всех нас. Это праздник жатвы. Начало того, что Господь приготовил для каждой общины. И я верю, что это особенное время для каждого из нас. Шана Това.